Это будет, пожалуй, самая сложная выборная кампания за все 25 лет новой истории России. Самая ответственная. И победить не просто текущие задачи. От того, каковы будут предпочтения россиян, зависит будущее страны. Сегодня об этом говорили на форуме актива партии «Единая Россия». В зале 2500 человек. Сейчас продолжается подготовка к предварительному голосованию, чтобы набрать по-настоящему работоспособную команду, которая сможет на деле реализовать политику президента страны. Глава государства сегодня пользуется поистине всенародной поддержкой. Теперь важно, чтобы это было явлено на избирательных участках. В бой идет команда губернатора. Если мы поступим грамотно, если мы поступим организованно, если мы поступим очень ответственно, то я хочу сказать, результат выборов может быть значительно лучше. Человек, когда понимает, что обстановка сложная, особенно наш человек, да, видимо, не только наш человек, он начинает становиться более ответственным. Да, у нас высокий рейтинг президента, поддержка высокая. Да, последние годы Россия на самом деле в полный голос заявила о себе. Мы начали защищать свои интересы по-настоящему. Да, это люди воспринимают, и люди это поддерживают. В 2015 году в первичных отделениях партии было сделано немало. Информации об этом не в докладах. Руководители заявляют, что готовы и на этот раз сделать все возможное, чтобы поддержать команду губернатора. Результаты работы которой не в цифрах, а в реальных делах. Новых дорогах, спорткомплексах, детских садах. Словом, создание в регионе комфортных условий для жизни. Программа «Максимум» — возродить и приумножить славу Самарского региона как опорного края страны. Глава государства назвал «Единую Россию» стабилизирующей силой страны. И хотя на партии лежит ответственность за все, что происходит за последние годы, сегодня настало время, чтобы в законодательные собрания страны пришли настоящие патриоты. Президент отметил, что эта система отбора кандидатов должна выталкивать наверх людей, заинтересованных и желающих работать в интересах общества. Считаю, что эти слова должны стать для нас с вами, для кандидатов и жителей региона, руководством к действию. Кроме того, сегодня важно, чтобы люди проявили гражданскую ответственность и как можно активнее приняли участие и в предварительном голосовании в мае, и в самих выборах в сентябре. Тогда они смогут избрать эффективную законодательную власть, которая будет не водить народ на митинги, а делать реальные дела на пользу региона и страны. Олег Зверев, Максим Гусев, «События».